Друзья, всем привет, с вами Акермеханик. Скоро наступает осенне-зимний период, уже осень, скоро зима, пойдет снег, отрицательные температуры. И такая система, как зарядка аккумулятора, а именно генератор, привод генератора, ремень генератора. Нужно знать, что влияет на зарядку вашего аккумулятора к такового, чтобы не попасть в холодное время в просак, чтобы завести всегда двигатель. Так вот, что влияет на правильную и надежную работу генератора? Сегодня я вам покажу, какие запчасти нужно обращать внимание, чтобы генератор нормально крутился и давал постоянное напряжение для зарядки аккумулятора. Итак, народ, как вы знаете, генератор бывает различной мощности. Вот там, грубо говоря, 180 ампер, 160 ампер и так далее. И выдает он, как правило, в стандартном положении где-то 14 вольт. То есть 14,2, 14,1, когда аккумулятор работает, то есть это дает заряд аккумулятора. Отвечает за это блок регулятора напряжения. Он, как правило, встроен в большинстве современных генераторов в сам генератор. И генератор, как таковой, тут, грубо говоря, полностью автоматизирован. Но очень важно, что во всех генераторах есть так называемый демпфер. Что это такое? То есть когда двигатель крутится, шкив генератора крутится вместе с оборотами вашего двигателя, а именно приводится вот этот приводной ремень от шкива коленвала, да? Но когда вы резко сбрасываете газ, естественно, происходит проскальзывание вот этого ремня, и ремень очень быстро будет изнашиваться. Чтобы этого не было, ставятся такие вот демпфер крутильных колебаний, как вы понимаете, да? То есть он как бы при сбросе газа проскальзывать начинает. Вот эта деталь очень важная. Бывает, она подклинивает, и от этого может произойти вообще разрыв вашего ремня. Вот. Либо может быть неправильная зарядка к таковой. Также очень важен вот такой вот узел, как натяжной механизм. Не ролик как таковой, а натяжной механизм. Со временем пружина этого механизма, она очень долговечна, но она ослабевает. И вот этот ролик начинает, когда он в натянутом положении, вот так вот находится, он начинает очень сильно играть. Вот. А когда он играет, ремень начинает прыгать тоже на шкиве генератора. Вот. Когда уже совсем сильно, это никак не слышно и не видно, но также влияет на, грубо говоря, интенсивность зарядки. Также обращайте вот на такие вот промежуточные ролики. Они тоже достаточно долговечные, но в них появляется, как правило, поперечный люфт. И если поперечный люфт большой, ремень начинает как бы ходить тоже рывками и начинает одновременно изнашиваться. И натяжитель генератора, ролик, естественно, и это повлияет на демпфер. Вот, как вы видите, вот это вот блок регулятора напряжения, да, он, как правило, полностью автоматизирован, но здесь изнашивается вот здесь вот щеточка. Как правило, она изнашивается примерно на пробегах 200-250 тысяч километров. Можно купить новый регулятор напряжения, стоит он порядка 10 тысяч рублей, и менять нужно просто щеточку. А можно снять его, разобрать и поменять щетку этого регулятора напряжения, и вы потратите где-то рублей 200-300 вместе с услугами электрика по выпайке щеток регулятора напряжения. Вот, собственно, и все. Есть, конечно, еще одна неисправность, когда стачивается вал самого ротора, да, генератора. Вот. Это уже немножко другая история. Но, как правило, вала ротора генератора хватает очень надолго. Также, если у вас есть плавание напряжения при зарядке аккумулятора, которое видно либо мультиметром на аккумуляторе, когда замеряете, либо диагностический сканер показывает, проверяйте вот эти вот клеммы. Это, как правило, либо клемма плюсовая, силовая, да, либо клемма
Вот здесь вот это управление шины лин, так называемый, которое отвечает за включение подачи напряжения от генератора на аккумулятор. Либо так называемая, тут есть еще шина массы. То есть вот это вот все окисляется, потому что генератор находится в достаточно агрессивной среде. И здесь очень много всяких наростов и окислов. Периодически нужно откручивать, все это пробрызгивать, расходить и закручивать обратно. Сегодня хочу вам показать, что ни в коем случае нельзя делать, когда у вас понизился уровень в бачке охлаждающей жидкости. Что это, чем это чревато и что же все-таки как правильно поступать в этих случаях. Итак, если вы видите, что если бачок вашей охлаждающей жидкости упал ниже уровня, ни в коем случае не используйте концентрат. Концентрат нельзя заливать в бачок охлаждающей жидкости. Это уменьшает температуру замерзания охлаждающей жидкости. Нужно именно его разбавлять в определенной пропорции, которая указана на крышке сзади инструкции. Обязательно нужно разбавлять, желательно дистиллированной водой. Если вы его не разбавляете, температура закипания и именно еще и замерзания концентрата, она, естественно, понижается, вот, и вы только все испортите. Нужно именно заливать либо готовую жидкость, уже разбавленную, либо нужно разводить. То есть, как вы поняли, концентрат – это всего лишь сырье для изготовления нормального антифриза, да, и готовым продуктом это ни в коем случае не является. Скоро зима, уже все, наверное, многие начинают задумываться о зимней резине. Сегодня хочу, скажем так, из своего опыта сказать вам, когда стоит все-таки задуматься и, посмотрев на свои старые покрышки, все-таки стоит принять решение, менять резину или стоит, скажем так, еще поездить. Итак, друзья, на что бы в первую очередь я советовал обратить внимание? В первую очередь считаю, на зимней резине надо обращать на количество шипов, которые осталось на ваших покрышках. Если оно не превышает 20-30%, то, скорее всего, вам нужно подумать о замене зимней резины. Там, где нужны шипы, без них никуда. Следующий важный момент. Посмотрите на остаток протектора. Если остаток протектора не превышает допустимую, ну, то есть, бывает по-разному просто. Покрышка на многих автомобилях изнашивается по-разному. Бывает, кто-то перекачивает и так далее. Если же, грубо говоря, монетка у вас проваливается и стоит в остатке протектора, то я считаю, такой покрышкой еще можно пользоваться. Есть различные индикаторы на дорогих покрышках, вот, например, как на Nokian. Но это как бы, понимаете, дорогостоящий момент, только удорожает покрышку. Следующий момент. Если вы увидите на своей покрышке какой-то неравномерный износ, например, вот как здесь, видите? То есть покрышка, развал был нарушен и немножко скошен край в одну сторону, в данном случае внутреннюю, так как покрышка имеет направленное вращение. Да? Нужно смотреть, сработал ли здесь индикатор. Если даже есть неравномерный износ, то есть под углом, грубо говоря, если до индикатора еще не износилась, то, в принципе, если исправить положение, то есть сделать нормальный развал, схождение, да, то эта покрышка еще походит. И менять ее, в принципе, незачем. Если у вас все нормально со шиповкой, нету каких-то, грубо говоря, грыж и так далее, покрышка вполне пригодна еще, как минимум, на один сезон. А вот такое колесо на 20 стоит 20 тысяч рублей, на секундочку. Следующий момент, на который я бы обратил внимание, это посмотрите на внутреннюю часть покрышки, а именно внутреннюю часть корда. Посмотрите, нет ли нигде каких-то вспучиваний, перегибов и вылазения корда. Обычно это возникает от ударов покрышки в яму и так далее. То есть снаружи покрышка может быть в идеальном состоянии, а изнутри корд может потрескаться. Обязательно это посмотрите. Если все нормально, это отлично. Также, ребят, посмотрите, если вы каждый год перебортируете покрышки, обязательно смотрите на
кордовое кольцо. Его состояние, не порвал ли шиномонтажник, не повредил ли монтажкой или, грубо говоря, шиномонтажным станком корд вашей покрышки. Потому что если есть повреждение корда, надрыв, либо торчит кордовая проволока, то, к сожалению, такую покрышку лучше поменять. Я делал как-то видео, как можно уменьшить масложор двигателя путем замены вязкости масла. Но многие меня недопоняли, как выбрать масло для того, чтобы у вас снизился масложор, и когда можно повышать вязкость масла, а когда нужно четко следовать спецификациям при выборе масла. Но многие недопоняли, почему просто тупо взять и увеличить вязкость масла, ни на что не обращая внимания. Потому что это опасно для современного двигателя. Как вы понимаете, масло моторное имеет два состояния. Это холодное, пока оно не достигло рабочей температуры. Рабочая температура — это где-то 90 градусов. Ну, нормально начинает работать, начиная с градусов 70. Вязкость это масла любого после нагрева до рабочей температуры уменьшается, причем очень даже значительно. И это очень важно. Так вот, именно в состоянии холодного масла, при холодном запуске мотора, на современных двигателях возникают различные побочные эффекты, если вязкость масла не соответствует норме. Значит, смотрите, ребят. Вот есть масляные системы, как называемый масляный насос. Механического типа во всех, который имеет перепускной клапан. Вот, то есть сброс давления. Но это масляный насос механического типа. То есть он работает от вращения коленвала. Чем больше обороты, тем больше давление нагнетает данный насос. Перепускной клапан сбрасывает избыточное давление. Больше он никак не регулируется. В современных автомобилях появились масляные насосы, давление в которых регулируется электронно путем включения или отключения вот этих перепускных клапанов. Но сути вопроса это не меняет. Так вот, когда в системе есть вот такие вот подобные держатели распредвалов и так далее, в их конструкции есть различные очень тонкие масляные каналы, в которых есть различные сеточки, которые отсеивают микрочастицы, когда масло подается на шейке распредвалов. Так вот, постели распредвалов защищены вот этими сетками. И когда вы включаете на холодную, слишком густое масло, оно выдавливает из сетки, либо разламывает их, и тогда уже ошметки сеток идут по всей масляной системе, попадают на распредвала, и попадают и в коленвал, и много куда еще. И все это перемалывается, и в том числе во всех элементах вашего двигателя. Это первый момент. Второе, когда все это перемололось, начинает все это попадать на опоры распредвалов. Это может быть как на самой ГБЦ, так и на таких вот станинах. Появляются различные задиры. Также сетки в конструкциях присутствуют не только на станинах, но и, например, на многих элементах, таких как балансирные валы. Вот, как вы видите, эти сеточки, их давлением, так как каналы очень тонкие, их давлением выламывает. И происходит вот такая вот вещь. То есть сетку перекашивает, она засоряется продуктами износа, вот, и закупоривает масляный канал. Мало того, что масляный насос перестает давать нужное давление во все части масляной системы, а балансирный вал не получает нужное количество масла, а то и вообще прекращает его получать, например, на холостых оборотах. И идет его интенсивный износ, и он может просто тупо заклинить, если не обращать внимания на периодическое загорающееся индикатор масляной системы. Следующий момент. Как вы знаете, во всех двигателях, кроме балансирных валов, еще есть цепь ГРМ, да? Очень важная деталь, которая вращает все элементы масляной системы, распредвала. Крутится она от коленвала. Так вот, натягивает эту цепь вот такой вот гидронатяжитель цепи. Он имеет масляные каналы, который рассчитан на определенную вязкость масла. Естественно, конструкция его сделана таким образом, что при
выключении двигателя, там остается масло, и он находится в преднатянутом состоянии. Но бывает так, что масло уходит. Особенно это на, скажем так, недоработанных конструкциях. А такие конструкции присутствуют у многих производителей. Дефектные системы ГРМ, это и на BMW есть, и на Mercedes, и на автомобилях концерна Volkswagen, в частности, двигатели TSI, TFSI до 2013 года. То есть, если гидронатяжитель старого типа, то при холодном пуске возможно ослабление этого гидронатяжителя. И когда давление из-за слишком вязкого масла, он не успевает наполниться, цепь ослабляется. И возможен вариант перескока. Но, как правило, на большинстве автомобилях, кто более-менее ухаживает за автомобилем, уже все эти гидронатяжители поменены. К чему в итоге все вот это барахло, грубо говоря, может привести? Во-первых, может быть перескок, интенсивный износ и износ, самое главное, распредвалов и элементов ГБЦ. А ГБЦ стоит достаточно дорого. Собственно, вся масляная система может из-за неправильно подобранного масла пойти прахом. Надеюсь, после этого вы будете понимать, почему и когда нужно и можно менять вязкость масла. И вы будете знать, в каком случае вязкость масла можно повышать, а в каком нет. Но бывают масла, если у вас было 5W30 и вы залили 5W40, например, допустимые показатели вязкости при холодном пуске, они бывают близки к параметрам, например, 5W30. Такое масло можно залить. А в горячем состоянии вязкость гораздо больше, чем 5W30. Тогда да. Но таких масел очень мало, и они, как правило, очень дорогие. В большинстве же случаев, если у вашей конструкции, вашей масляной системы есть вот такие механизмы с сетками, гидронатяжители цепей и так далее, то повышение мягкости масла при эксплуатации в зимний период может пагубно повлиять на ресурс вашего мотора. Ну а с вами был Акер Механик. Всем спасибо и пока!